feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can't. Мы отвели Артемия на шахматы. Мы с Иришкой. И теперь двигаемся в сторону Пятерочки. Купим продукты, там немножко кое-что позаканчивалось. И плюс еще мне надо купить сливки для торта. Я буду завтра торт готовить. Вот, так что идем на закупку. Я сегодня не выспалась, потому что Арина отвратительно спала. Она часов до 3 ночи вертелась, крутилась, хныкала все время, просыпалась и говорила: «Мама, проходите». Вот, мне кажется, там новая порция зубов лезет, потому что после того, как прорежется очередной зуб, она спит просто две побудки за ночь и все. А потом снова вот эта канитель начинается и все. Ну, когда лучше, когда хуже спим. Мама, да. Да, даже ночью говорит мама. Сейчас пытается, кстати, новые слова какие-то говорить, но непонятный. Мама. Какой-то бундин сегодня мама. Был. Что? Что? Ты хочешь что-то съесть? Дать еду? Да, еду, которую я беру в путешествие. В наше мини-путешествие. Ты что, голодная? Сейчас дам тебе что-нибудь. О, сегодня у нас с собой хлебцы. Ты будешь хлебцы? Держи. Тепло так стало, слушайте. Ну как? Вот так. Я иду расстегнутая, потому что я сейчас неслась на шахматы. Блин, никак не закрыть. Что-то мне стало жарко. Но не настолько жарко, чтобы снять шапку. Иногда во дворах такие оригинальные композиции встречаются. Планы на сегодня у меня — это дождаться следующего дня. Потому что завтра я поеду на маникюр, наконец-то. На прошлых выходных не удалось из-за того, что Ричард был занят. И у меня, короче, уже просто неприлично это все выглядит. Но я даже не поэтому жду, а потому что я на полдня уеду из дома. И буду отдыхать от детей. У-ху! Вот. А потом уже там тоже движуха начнется на следующей неделе. Короче, цель такая, что просто пережить этот день, который полон уборки и готовки. И мама, 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 мама. Ты за покупками пошла? Рыбу брала? Хорошо, клади. Клади в корзину. Пойдем дальше. Вот я хочу показать вам, вот я говорю, что цветы хорошо стоят в холоде. Вот наглядный пример. Вот видите, как выглядит букет, да, уже вот сейчас я выкидывать их буду, все уже. Конец пришел этим тюльпанам. Это та часть тюльпанов, которая стояла все это время вот здесь на кухне. Ну, я тут готовлю, тут бывает жарковато от духовки, от плиты. А теперь давайте посмотрим, как выглядят тюльпаны в спальне. Смотрите. А это бутоны из того же самого букета, которые стоят тут в спальне, где прохладно. Видите, они все еще живы и все еще прекрасно себя чувствуют. В общем, покупка швабры оказалась вообще отличным решением. У меня теперь дети развлекаются мытьем полов. Артемий вот помыл пол, пока Арина спала. Во всей Спасибо. Квартире. Да, представляете? На, знаешь, чего, на, что еще надо, чтобы было полное удобство? Да? Маленький совочек. Ну, у нас пылесос есть. Удобно. Ты же им собрал потом, я вижу, свою кучку, которая тут была. Здесь, молодец вообще. Здесь была прям такого роста. А можно мне через день такой кайф, чтобы я так ходила по чистенькому полу? Собиралась мыть Рекса, ну как тебе, смотри, ты чистенькая. А я перед тобой мою, да? Да. Да, я хочу так каждый день, мне очень понравилось. Ой, я тоже хочу, чтобы ты каждый день полы мыл, я с радостью соглашусь. Арина, это автом? Буду. Арина выспалась, сейчас почти будем одеться. Арина, давай наденем трусы вместо подгузников. Побежала лаять на Рекса. Ты облаиваешь Рекса? Арина, мой собаку! Она только отпала! Иди за Рексом!
надо. Делай так. Кстати, намочил я его хорошо. Мне даже не пришлось мочить, оно там же влажное было. Понятно. В гости к подружке и хотела надеть вот это платье. Тут сейчас, конечно, вообще не видно на телефоне, оно хорошо на мне сидит, но, блин, я так держу, потому что не стала застегиваться до конца, потому что оно на меня было сшито, когда я уже не кормила грудью Артемия. В общем, все прекрасно, но оно из бархата, который не тянется, и я не могу его застегнуть, потому что у меня есть хоть какой-то бюст. А я так хотела в нем сейчас пойти, знаете, надеть черные ботинки, гады, и пойти, было бы классно. Но нет, наверное, сейчас брюки надену. А так хочется чего-то яркого. Ну, на самом деле, такого приятного цвета, но вы, я думаю, вы помните его. Просто сейчас я снимаю на фронтальную камеру, которая, походу, заляпана, поэтому цвета так себе. Все, я в итоге оделась просто в тотал беж, абсолютно, кроме сумки. У меня топ тоже. Лонгслип бежевый. Проводила я нашего гостя до метро и иду к Марине, с которой я училась. Сегодня собираемся тоже поиграть в настолки, но без детей. Вот, до последнего не знала, пойду, не пойду. Вообще позвала маму посидеть с детьми. У нее тоже там в подвешенном состоянии, потому что она сегодня по делам ездила, и она бы приехала. Но внезапно позвонил Алишер, говорит, я освободился пораньше, еду домой. Я такая, о, классно. И я маме позвонила, говорю, мама, переносим там на вторник-среду, вот, чтобы я там куда-нибудь в бассейн сходила, например. Вот, а то она на этой неделе тоже хотела вот посидеть с детьми, чтобы я сходила в бассейн. Так я ходила всю неделю, разбиралась с делами. Мне вообще не до бассейна было. А сегодня вот... Не пришлось ее дергать, то ей как раз было неудобно ехать к нам. Вот, так что иду отдыхать, проветриваться. Мне это очень нужно, чтобы никто не мамкал. 3 часа, везде 3 часа, и завтра тоже будет. Ура! Так что все, теперь буду наполняться. Меня больше всего наполняет общение с людьми. И буду улыбаться. Базовый режим версии игры с краской финальной части. Ну что, я снимала, как я иду туда. Теперь я снимаю, как я иду обратно. Время пролетело. Вы вниз? Вниз. Рубрика «Неудобные ситуации». Стою, снимаю себя перед лифтом. И почему-то в полной уверенности, что он приедет пустой. И открываются двери, и девушка просто на меня смотрит. И я такая, ла-ла-ла-ла. И такая, здравствуйте, говорю, вы вниз? Она такая, да. И так на меня посмотрела. Я говорю, я с вами еду. И мы спустились. В общем, очень классно посидели. Играли в бункер. Настольная игра. 2 часа в нее играли. И вот смеялись. Ну, я ничего не снимала, потому что я... Что там снимать? Я там половину компании в первый раз видела. И просто было очень смешно, весело, хотелось поболтать. Я перезарядилась, настроение шикарное. Иду сейчас на автобусную остановку. Тут 3 остановки. 10 минут дойти до автобуса и 3 остановки проехать. Так что буду дома через полчасика. И как раз уже Маришку уложу. Очень, короче, классно посидели. То, что нужно мне было, то, что нужно. Ой, красивый фон. Я так люблю, когда окна светятся, так вот, вечерний город. И потеплело значительно.
Нету такого, что идешь и трясешься от холода. Прям приятно. Весна очень чувствуется. Скоро начнет все зеленеть.